город Фэньхуань оказался действительно сказочным городом, и здесь мы провели очень интересное время. Но пришло время расставаться, причем с нашим китайским другом Льюисом, с которым мы провели два ошеломительных, незабываемых месяца. Так вот, настал тот период, когда нужно было разъезжаться. Он взял себе авиабилет до Нанина, до своего города, откуда он и приехал с нами. А нам взял билеты на автовокзале до Джанзадзе, куда мы продолжили свой путь. В город Джанзадзе мы приехали примерно после обеда. Сразу захотели избавиться от рюкзаков, заселились в хостел, пообедали и решили выполнить главный пункт, который исполняют все приезжие в этот город. Это посетить гору Тяньмэнь, который находится примерно 8.5 километров от самого города. И есть три способа подняться на эту гору. Первое – это воспользоваться канатной дорогой, которая будет поднимать тебе 7.5 километров над пропастью. И, к слову, мы там пытались тоже прорваться, где вот эти вот кассы на эту самую канатку. Мы даже подделали там специальные такие, ну, якобы, типа, аккредитация, что ли, или даже как из географического сообщества, в общем-то, мы. Но ничего не получилось, мы общались там с местными, которые там сидят, потом нас куда-то еще повели там, мы хотели добраться до самого главного начальства, но нас туда, конечно же, не пустили, и, собственно, провалилась наша миссия. Второе. Воспользоваться автобусом, который будет поднимать тебе вверх по серпантину, и у этой дороги есть даже свое название – 99 поворотов. Представь, до какой степени она извилистая. Первые два способа, конечно же, оказываются не для нас, потому что они платные. И вот мы пытались там прорваться бесплатно, но у нас ничего не получилось. Так что остается третий способ. И третий способ – это подняться на своих двоих, то есть пешком. И этот способ не сработал. Мы проверили лично сами, и нас никто не пустил. Скорее всего, это связано с туманностью, которая окутала в тот день дорогу. И из безопасности нас и не пустили идти пешком. Ведь дорога для пешехода и для автобуса одна единственная. Yeah, watch me do me. Так как китайцы любят записывать все, и именно летописи говорят, что в 263 году и образовались эти врата в небеса в результате падения огромного куска скалы. И действительно, наверное, кто был в Тяньмэне, тот прикоснулся к небесам. Утром следующего дня нам нужно было уже выписываться из отеля, и мы просто оставили свои рюкзаки на ресепшене и пошли гулять по городу Джанзадзе. Я бы не стала говорить, что Джанзадзе — это своего рода китайский мегаполис, такой себе средний городок, не совсем богатый, не совсем бедный, не совсем богатый. Остановимся на этом. Как раз дедуль ест. Дедуль посмотрит. Лайфхак. Как снять майку, не снимая кофты. Мы закупили кое-какие продукты для того, чтобы пойти посмотреть в глаза следующему сумасшедшему переключению. Yeah, watch me do me. Yeah, watch me do me. Bitch, I'm coming. What? They can't see. Yeah.